А всем привет, с вами Тимон, и ребята, а вы любите сыр? Независимо от вашего ответа, мы сегодня проверим, что же будет, если скинуть на него раскаленный шар. Устаешь в школе или универе, остается мало времени? Держи лайфхак! Есть крутая игра, где матчи длятся всего 6 минут. Ты успеешь и полетать на самолете, и уничтожить десяток врагов, сидя в мощном танке. Отлично отдохнешь, и останется время на дела. Ссылку на игру я оставлю в описании. Регистрируйся по ней и забирай приятный бонус. А если кликнешь по ссылке со смартфона, получишь крутую мобильную игру бесплатно. Вот наша горелка, а вот шар. Сегодня такой сыр мы сейчас будем мучить. Небольшой анпакинг. А вот наш подопытный. Все готово для начала нашего эксперимента. Включаем нашу первую горелку. А вот теперь остальные. Нагреваем наш шар до раскаленного состояния. Берем наш шар и аккуратно его ложим. Ого, он стал сильно дымить. Давайте подождем немного. Ну, ребят, что-то не очень. Немножко прожгло верхний слой. Давайте еще разок попробуем. Ребята, как думаете, в этот раз он прожжет весь сыр или нет? Напишите в комментариях, только не подглядывайте пруфы. Так, аккуратно. Ложим наш шар на то же место. Ох, он загорелся. Yes, этого я и хотел. Ускорим пока время. Короче, он гореть перестал и начал просто дымить. Пахнет сыром просто обалденно. Вот и все, ребята, он остыл и гореть перестал. Шар проплавил только половину головки сыра. Давайте разрежем наш сыр. Вот он какой внутри теперь. Шар расплавил вокруг себя немного сыра, а остальное осталось целым. Посмотрите, какая прикольная корочка образовалась на шаре. Ну что же, на этом все. Получилось очень круто, но все же не так, как я хотел. Ставьте лайки, ребята. 50 тысяч лайков, я пущу этот сыр в жидкий азот. Думаю, будет очень круто, а потом уже можно будет его подпалить раскаленным шаром. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео, а также расскажите обо мне друзьям. На этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.